Это так задумано, специально нервы трепятся, знаете как так? Якобы мы что-то не клеится, а вы нервничаете. Мы сейчас объявим лучшую двадцатку нашего конкурса. Нет, 10 кошек. С 11 по 20. С 11 по 20. Да, а ты сказал 20, я выиграл. Добрый вечер, дамы и господа. Да, во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня выдержал вот этот марафон, да, и хозяевам, и кошкам, потому что кошки, конечно, просто невероятное терпение проявили, ну и хозяева, разумеется, тоже. Всех поздравляю, потому что, мне кажется, попасть на эту выставку уже, собственно говоря, да, это большая победа. Ну, долго не будем тянуть время, да, все устали. Итак. Я просто не понимаю, что куда читать. Нам расскажите. Я лучше так постою просто для мебели. Сейчас члены жюри будут называть номера, которых мы приглашаем на эту сцену. Итак, номер 6. Кто будет уходить? Кошка. Номер 10. Номер 34. Номер 47. 28. 36. 37. Бурные аплодисменты, не завидуйте. 25. Номер 3 и 23. А я просто, пока все выходят на сцену, хочу поблагодарить тоже всех.